Встречаем Евгения. Евгений Плющенко. Первые игрушки, кстати, полетели на лед. Первые букеты. По-моему, до этого выступления ни одной игрушки так и не упало. Было бы удивительно, если бы даже Жене никто бы ничего не принес. Чуть не упав со своего заключительного вращения, Евгений так выдохнул, как будто говоря сам себе, что же я сделал-то. И Алексей Николаевич его даже с улыбкой, мне кажется, встречает возле Kiss'n'Cry Connor. Да. Тройной вместо четверного. Затем каскад двух тройных прыжков, тройной аксель, само собой, насыщенные дорожки. И, кстати, поменял фонограмму, потому что предыдущая, ну,
если бы они ее не поменяли, я бы этого, конечно, никогда не сказал, но раз уж поменяли, то скажу, что предыдущая хрипела и сипела, и слушать ее было, конечно, не очень приятно. Вот сейчас поменяли. Свежая фонограмма, более эмоциональная, такая более яркая, позволяет дать эмоций побольше. Хотя и начинается как будто бы так очень сильно издалека. Гитарная обработка та же самая, что мы слышали в женском одиночном катании.